Так, всем добрый день. У нас понедельник. Сегодня 5 число. Оксана у меня собирается в школу с Катей. Сейчас на 11 часов поет. Так, ты умылась и все нормально. Заплела я ее хорошо. Моя задача теперь, что я собираюсь делать. Вчера, как вы помните, я купила курицы 3 штуки. Моя задача ее сейчас разделать на кусочки. У тебя портфель все приготовлено, обувь все приготовлено, сменная обувь у тебя в школе, да? Да. Все хорошо. В школе так в школе. Все, детей собрала, можно мясом заняться. Василиса тут как тут, она на печке сидит и ждет, когда ей мяско какое-нибудь дам. Прямо ждет. Так, сейчас я буду разделывать мясо по тарелкам сразу куда что. Сейчас я ей дам, подожди. Сам не уноси ее никуда далеко. Поставь ее на пол. На. От крылышка куриного вот эту часть я ей дала. Так, тут ножик еще взяла. Так, крылышки. А где Феликс? Ну-ка найди мне его, мне ему тоже надо мяско дать. Кыс-к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 ыс. Феликс, на, на. Я тебе дала. Все, не деритесь только из-за мяса. Ну, так мама позвала, все, прилетели пули. Я его поймать даже не смогла. Ну, так еще бы ты его поймать смогла, ага. Феликс, это поймать такого в жизни не может быть. Так, ножки я отдельно хочу делать. Филе куриное тоже буду отдельно делать. Так, шкурку у нас никто не ест. Шкурку я снимаю обычно. Тайсону отдаю. У нас потому что шкурку никто не ест. Я люблю шкурку жареную. Когда вот курицу целиком пожаришь, вот тогда шкурка вообще бомбическая. Только жареная. Да, Оксана тоже любит шкурку жареную. А так у нас ее никто не ест, поэтому я по большей части ее всегда отдаю Тайсону. Сейчас вот срежу всю эту шкурку Тайсону. Вместе с попкой куриной скину. Так, это все Тайсону пойдет. Напишите, что вы делаете. Нам будет тоже очень интересно, да, Оксана? Сейчас вот эту часть осталось филе разрезать и все. Ладно, дорогие мои, буду разрезать мясо. Потом покажу, что у меня получилось. Расфасую по пакетикам и в морозилку. Если интересно, оставайтесь со мной. Так, все, мои хорошие. Вот здесь у меня куриное филе. Я его нарезала кусочками. Тут получилось 6 штучек по 2 филе в каждый пакетик. И вот где-то на гуляш, где-то что-то, ну, 3 пакетика получилось. Здесь 3 голени лежат, тут бедрышки лежат, потом суповые наборы, тут вот эта спинка и бедро вот. Короче, вот так вот крылышки, тут где-то пакетик с крылышками. Нет, вот, все крылышки полностью в один пакетик положила. Короче, все, убираю в морозилку, Тайсону целая вот такая вот тарелка набралась. Потом кашу ему сварю. Все, убираю это все сейчас в морозилку и потом будем с вами разделывать еще свинину, все, что я взяла. Еще, ребят, забыла, тут же я 4 бедрышка куриных купила еще. Хочу сейчас разделать их тоже по 2 бедрышка по пакетикам. Где-то на суп, где-то что-то вот так вот. Чтобы не сразу все 4 лежали, а по 2 штучки на суп самое то. Разделываю сейчас все мясо. Потом свинину надо будет разделать. Тоже хочу на гуляш где-то что-то так на мелкие кусочки порезать и все. Тут бедрышки, видите, крупные тоже. Поэтому по 2 штучки на супик как раз самое то будет. Самое то. И вот так вот суповых наборов наготовила. Плюс на гуляш еще сейчас наготовим свининку. Можно, по идее, было перемешать с курицей, но у меня так дети что-то не очень. То есть я как-то сделала, а им не понравилось. Сказали, лучше курицу отдельно готовить, свинину отдельно. Ну ладно, отдельно так отдельно, мне разницы нету, как готовить. Все, убираю в морозилку. Пришла в садик за Мариной.
Видите, у Марины такая же куртка, как и у Оксаны. Да, Марина? Вы как близняшки. И тут увидела рисунки, какие они красивые нарисовали. Скажите, ведь детки молодцы. А почему? Что тебе, Ванюша, надо? Да что ты говоришь? Ладно, одеваемся и идем домой. Дорогие друзья, у нас время вечер. Съездила я в город, в аптеку, забрала остатки лекарств. Также в Альберес зашла, забрала заказ. Сейчас в целом покажу, что я еще взяла. В чем разочаровалась? Купила Ване чешки, они ему маленькие. Вроде все линейка померила, все это, но они маленькие. Завтра придется ехать менять. Дальше вот такие вот тряпочки взяла Егору в Соликамскому надо. Также Егору в Соликамскому купила 5 в клетку, 5 в линейку в шапок. Марине на планшет взяла батарейки на ID к папе, пускай поменяет. Себе взяла вот такую вот, это документы приделывать. Дальше взяла шампунь вот такую вот, которую Маша все хотела, да, Маша? Не такую? Она мне волосы путает. Ты меня замучаешь. Так, дальше взяла плавочки. Вот такие вот деткам плавочки взяла. Какие-то Оксане подойдут, какие-то Марине подойдут. Подожди, Ваня. Дальше. Потом еще вот такие вот плавочки. И одни вот на пробу взяла я Оксане вот такие вот плавочки. Не знаю, понравится, не понравится ей. Ну, вот в целом вот такие вот. Маша, дай справишься. Дальше. На Валберес заказывала я себе уже ранее вот такой вот фен. Мне очень понравился. Заказали мы второй фен. Потому что тут у меня в другом месте. Потом объясню, как и что и где. Марина, подожди. А? Звука нету. Почему звука нету? Значит, сломали. Вот такой вот он, ребята, маленький, компактный, розовый. Не проверяла, что на Валберес. Бегом-бегом. Сейчас начинается пандемия. Опять начинается. Нас уже предупредили, что скоро, скорее всего, будет карантин. Ну и я заказала вот такие вот маски. Тут 100 штук. Это цветные, трехслойные. Ссылочку, если надо, я оставлю в описании. Деткам понравятся. Вот такие вот они тут цветные. Брала по скидке. Потом они будут дороже, ребята. Поэтому вот так вот. Дальше. Себе взяла вот такой вот в пакетиках пить чай. Тут 9 пакетиков. Устраняет головную боль, температуру, боль в горле, насморк и ознопамство. Подожди. Егору в Соликамск купила градусник, чтобы у него на всякий случай был. Потому что, сами знаете, заболеете, дай бог, и теперь. Дальше. Бромгексин. Ринорус. Ксилен капельки. Глазолин капельки. И все. Больше тут ничего нет. Закон. Так, дальше. Следующий пакет. Оксана, аккуратно, он тяжелый. Дальше. У нас заканчивается моющее средство. Купила вот такую вот большую бутылку моющего средства с запахом лимона. Дальше. Взяла себе краску. Буду перекрашивать. Взяла вот такого оттенка. Светлую, короче говоря. Две булки белого. А нет, булка белого и батон. Это в одном магазине брала, потому что не было. Потом в другой магазин еще пошла. Потом 2 литра молока. Ну и тут еще женские принадлежности. Маша, этот пакет уберите, пожалуйста. Зачем ты их открываешь, Маш? А здесь 3 булки белого и все. Вот такие вот в целом все покупки. Маша открывает, чтобы показать, какие маски. Да, я сама покажу. Сейчас я покажу, подожди. Они разные цветами. Видите, ребят, вот там вот разные все цвета есть. Видите? Там, по идее, дальше еще есть синие, розовые, голубенькие, зелененькие, оранжевенькие, розовые и фиолетовые. Вот такие вот 100 штук. Все, Маш, не трогать. Я одну себе возьму. Так зачем сейчас брать, когда надо будет, тогда и возьмете, я их сейчас спрячу. Надо брать, так пока еще не надо, сказали. Не надо.
Когда надо будет, тогда и это. Ну, вот такие вот все покупки были. В садик забрала ребятишек. Вань, не грязи, пожалуйста. Насморк у меня все еще сохраняется. Ничего, возрыв. Все будет зашибись. Так что вот такие вот дела. Завтра пойду менять чешки. Потому что они маленькие. Тебе ты их порвешь, потом мне их не примут. Так что вот так. Ладно, оставайтесь с нами. Всем привет, дорогие друзья. Короче говоря, съездили мы с Ваней на прием. Ваня у меня не ходил в садик, так как у него группу закрывали на карантин. Ваня тут вам показывает, какую он машинку сегодня себе купил. Выпросил у мамы. Взяли справочку. Завтра он у меня идет в садик. У меня пришли две посылки, но я их еще не получила, завтра получим. И на днях я их засниму, вам покажу. Одна посылка пришла от подписчицы. Хочу ей сказать заранее огромное спасибо. Все, что там не пришло, я очень вам благодарна. Вторая посылка пришла от любимого Василька. Тоже обзор будет в ближайшие дни. Поэтому, если интересно, оставайтесь с нами. Ну, а сейчас я вам покажу покупки, что мы купили. Обычные наши покупки — это хлеб. Также с утра зашла, взяла вот такой пирог с капустой покушать. И две вот такие вот булочки с сосисками. Дальше, Ваня, подожди немножко. Я себе взяла, у меня вот здесь вот, видите, папиллома, она отрывается. И очень сильно болит, когда задеваю. Ваня, подожди, я сказала немножечко, сейчас я тебе все дам. И я себе взяла пластырь, я ее просто заклеиваю, чтобы не натирала. И взяла вот такую вот, как сказать, на руку марлечку мне надо было. Дальше пряник вот такой взяла, белый один, шпик увидала, давно не брали, что-то мы, дай его, шпик. Подожди, Ваня, Ваня брала киндер яйцо, он его съел, и ему попалось там, кто это, Ваня? Бражник. Бражник, вот такая вот игрушка, на, иди отсюда. Дальше, ну это журнала «Магнит» мне дали. Нам попались два скрепыша. Маша, на камеру открывай. Покажет сейчас Маша вам, что там. Сейчас, подожди, Маша откроет и покажет, что там. Показывай на камеру. Вася верблюд. Да, Вася верблюд. Второй открывай. А это что такое? Князь. Из мультика «Князь». Да, вот такие два скрепыша. Все, молодцы. Идите играйте. Дальше. У меня, у Марины и Вани все колготки маленькие стали. Я искала в магазине колготки. Короче, взяла вот такие вот две пары. Они недорогие были. Чек-то у меня где-то сохранил. Ваня, тихо. Пожалуйста, тихо. Колготки детские. Эти по 89,90. Сейчас откроем, посмотрим. Там никак нельзя было посмотреть. Ну, на 8-9 лет. Марине будет как раз. Вот такое сердечко на них должно быть как раз. Кто мергает? Феликс? Две пары, короче, Марине таких колготочек взяла. И Ване две разных пары взяла. Убери, пожалуйста, его. 5-6 лет колготочки. Но они, я бы сказала, маломерки. Я одни доставала там, смотрела. Вот такие вот. Тут якорь нарисован. А на вторых, я даже не знаю, вторые я не смотрела. Ну, надеюсь, будет как раз. Да, тоже якорь, тоже вот такие вот. Дальше, что я взяла? У меня тушь закончилась вообще. Как видите, я не накрашена. Я себе взяла водостойкую тушь. Все, вот такие вот все покупочки. Сейчас будем уборку делать, наводить порядки. Что-то надо готовить. Я потом... Сегодня у меня собрание в школе надо. К Свете на собрание еще идти. Так что вот как-то так. Да, сейчас редко, ребята, видео снимаю. Сейчас YouTube вообще не платит, перестал платить. Поэтому как-то времени на YouTube совсем нету. Можно так сказать. Но я буду снимать понемножку. Что там? Какого? Корона. Да, у всех разные.
Ну, вот скрепыши детям нравятся. Так что, если интересно, оставайтесь с нами. Постараюсь что-нибудь сегодня еще поснимать. Я ездила тут в Соликамск. Фотографию вставлю. Я, Егор, купила кроссовки, купила джинсы. Ну, джоггеры такие. Внизу на резинках, но они джинсы. Фотография, конечно, не очень получилась, но вот вставлю вам. Ребенка, короче, я полностью одела. Кофты, футболки. Ну, я не все фоткаю. Я только... Он мне то, что... смогла сфоткать, это штаны с кроссовками. Вот вам вставлю фотографию. И привезла еще другие вон и кроссовки. Хочу их постирать. Буду стирать их. Домой привезла. На постирать и потом обратно ему в Соликамск отправить. А так, в принципе, Егорка учится. Егорке пока вроде более-менее нравится. Но он, видите, он у меня мальчик тихий, спокойный. Ему не нравится шум вот этого города. То, что постоянно куда-то ехать надо. Это ему не нравится. А так, в принципе, у него все нормально, если кто переживал. Дома все нормально. Никто не болеет, никто не это. Все учатся. Ну, вот закрывали на карантин два класса. Это Машин класс, это что получается, пятый. И Катин класс, седьмой. Они дома на дистанционном образовании были. Ну, тоже все хорошо. Уроки делают, все в порядке. Так что, если что, оставайтесь. Ладно, буду пить кофе и будем заниматься домашними делами.